вами Лашка, и сегодня у нас новый крампет. Для начала нам нужно зайти в наш любимый магазинчик. Так, вот здесь мой персонажик, и нам нужно взять вот этого ленивчика. Идем в раздел с игрушками, и нам нужно взять вот этого оранжевого робота. А теперь идем на свалку. Здесь у нас уже стоит Леон. Так, возьмем моего персонажика и передадим ему вещи. Держите супергероя и ленивца. И вот такой вот у нас миленький оранжевый робот получился. Ой, он очень миленький, у него такой, как скафандр, как будто бы. Вот, они, видите, похожи на вот эту игрушечку. Вот. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. Пока-пока!